Всем огромный привет! Находимся в очень большом магазине обуви, который называется Designer Shoes Warehouse, по-моему, то есть склад дизайнерской обуви. Насчет дизайнерской я бы, конечно, очень бы поспорила с ними. То, что они называют дизайнерской, это как бы совсем даже вообще даже близко не дизайнерская. Но давайте все-таки посмотрим немножко. Давайте посмотрим, что есть нового интересного на весну. Там вон я наблюдаю уже всякие разные босоножки, летняя, совсем летняя обувь. А пока что давайте остановимся на ботинках. Ну вот первое, что попалось мне под руку, под руку и под мой телефон. Очень трендовые, я согласна, такие прямо, знаете, очень модные ботиночки. Они есть в двух цветах, есть бежевые, есть черные. Стоят они всего лишь $70. Ну, конечно же, это не кожа. И бренд это какой-то, я даже не знаю, какой, не знаю. Но сделаны хорошо, аккуратненько, такой немножко закос под мартинсы. Ну, такой, знаете, мартинсы. Немножко у мартинсов потоньше подошва, а у этих потолще. Ну, в общем, очень всем уже известные шузики такие. Значит, это бренд, который называется Roxy, известный нам. Они уже стоят $100. У них есть скидка 30%. Я тоже думаю, что это не кожа. А вот это вот, ну, абсолютно очень похоже вот на эти, только вот такие. А это уже бренд Steve Madden, и стоят они $110. Слушайте, а чем они отличаются вообще? Отличаются они чем-то или нет? Вот смешно, правда? Сейчас все делают одинаковые, посмотрите. Узнаю брата Васю, брата Колю. Все абсолютно не отличаются. Подошва вообще, по-моему, точно такая же. Знаете, сделана из того же куска резины на той же китайской фабрике. Единственное, что здесь, несмотря на то, что они дешевле, кожа очень мягкая, приятная. А у этих прямо как твердая, как будто картон. Ну, ладно. Вот это вот я здесь, вот знаете, остановилась возле этих цепочек. $140, тоже Steve Madden. Цена берется, наверное, за цепь. И как бы вот такая рифленая подошва. Ну, кстати, ничего, они симпатичные ботиночки. Но вот тоже такого же типа, только без шнурков. Тоже Steve Madden за $80. И вот эти вот белые, очень модные, прям супер модные ботинки. $120, тоже Steve Madden. Я на них давно смотрела, если честно. В Заре были на сейле такие, я тоже хотела их купить, но не купила, потому что подумала, что я вряд ли все-таки буду их как-то носить. Я купила немножко другие, у меня есть такие белые с черной подошвой. Мне кажется, они более практичные, потому что вот эта белая подошва, конечно же, даже при том, что я перемещаюсь в машине все время, но мне как-то это не нравится, потому что мне кажется, что это очень-очень непрактично и очень быстро испачкается, потому что даже ездя в машине, все равно выйдя из машины и пройдясь по нашим лужам и слякоти и грязному снегу, а как ее отмывать? Станет черная и все. Вот в этом смысле мартинсы, видите, вот это мартинсы, они более хорошо сделаны. Доктор Мартинс, белая с черной подошвой, черная с черной подошвой, вот это вот бордовая с черной подошвой. Все-таки они как бы сообразили, что белая подошва это не очень удобно, хотя вот эти, конечно, да, на один раз одеть, наверное, если это из ткани, а это, ну, это не на зиму, конечно, а на более теплую погоду, когда уже снег растает и слякоть уйдет, стоят они $130, а мартинсы у нас стоят 200. Видите, вот доктор Мартинс 199. И тут написано, что никакие промоушенс, то есть никакие акции на них не распространяются. Тоже белые тоже 200, но на них есть 20% скидка. А вот эти стоят 219, потому что на них внутри есть немножко такой искусственный мех, а они чуть-чуть потеплее. Ну что, наверное, мы переместимся к более летней обуви, потому что, честно говоря, вот эти вот ботинки, я хотела найти ботинки более такие элегантные на каблучке, но, честно говоря, ну что-то особенно ничего такого нет, может, еще потом найду. Тоже Steve Madden, $60, брат-близнец вот тех вот ботинок
с цепью, только шлепанец с такой же цепью. Ну, это сейчас прям тренд, супер тренд. Вы знаете, они довольно мягкие, и подошва такая, я бы даже сказала, что они удобные. Стоят они $60, и, ну, в общем, очень модные, трендовые, резиновые. Это резиновая Валентина по $40, вот такие вот шлепочки, которые, на мой взгляд, вот на пляж хорошо в них ходить. А, может, еще куда? Шлепанцы всякие разные, по $40 тоже вот такие вот. Ну, это такая, знаете, обувь. А, тоже Steve Madden, $65 они стоят. Резинка здесь у них, подошва из такого сделана. Ох, весь пластик какой-то, я не знаю. Но здесь вот они довольно мягкие. Видите, они такие простроченные здесь и мягкие. И вот эта вот резинка. Я хочу вам сказать, что это довольно удобная штука, потому что вот резиновые вот тут вот, вот эти перепонки, они как бы растягиваются на любой шейп ноги, то есть на любую форму ноги. Ну, вот это уж прям совсем как бы Валентина. У нас, кстати, очень много продают вот такой вот обуви, закосы вот эти под Валентину. Уже сам Валентина такое не делает, а наши вот, вот это Стив Мэдден, $105, представляете? Кожаные, что ли, они? Интересно. Давайте посмотрим. Нет. Вообще не кожаные. И стоят $105. Вот такие вот маленькие, такие вот просто вообще босоножечки с тремя перепонками и с шипами под Валентина. Фигня вообще. Не знаю, за что они такие деньги берут. Это тоже Валентина, Валентина. Это закос под... Кто у нас делает такие косички? Забыла. Ну, это тоже Стив Мэдден. Всех цветов. Вот есть сиреневый, очень красивый, $60 они стоят. Ну, красивые, конечно, шлепки. Тоже, конечно, они не кожаные. Вот такой ассортимент у нас. С другой стороны, это Сэм Эдельман. Это обувь немножко подороже. Тоже вот эти вот плетенки. Слушайте, может, эти хоть кожаные? Не пойму. А, да, написано, видите, написано, что это кожа. И стоят они $120. Они немножко на такой более высокой, такой как бы танкетке. Есть три цвета, черный, белый, бежевый. Все хорошие цвета, очень такие мягкие они. Очень мягкая вот эта вот подошва здесь. Если я вот тыкаю, я чувствую, что оно как бы проваливается. Вы знаете, эти неплохие, но $120 как-то это немножко дороговато для таких шлюпанц. Хотя у них, знаете, немножко такая вот как бы танкеточка. Чуть-чуть повыше, чтобы нам выглядеть маленьким девочкам, невысоким. Так, это Guess. Просто такая вот вьетнамка на платформе. Стоят они $45. Не знаю, девочки, скажите мне, это модно еще? Мне кажется, что нет. Когда-то очень давно я носила такие... Да, вот прям написано... G-Buy, Guess, Лос-Анджелес, все дела. Когда-то у меня были такие шлепанцы, но, по-моему, было 100 лет назад. Ну да, но мода же возвращается, конечно, как бы, да. Так, еще вам плетеные шлепки. Ой, под кого это закос? Напишите мне, если я сейчас не вспомню. Кто делает эти плетешки? Вот вылетело из головы, девочки, просто вылетело из головы. У них небольшой каблучок, стоит он $90, by Джессика Симпсон. Это такая певица, которая сделала свой бренд, который стоит много, но, в принципе, все это очень как-то выглядит чипово. Так сделано. Но есть такой небольшой каблучок и потрясающе красивый сиреневый цвет, цвет сезона, все сейчас сиреневое. И вот эта штука, она такая мягкая, как подушка. Видите, есть вот такие вот из ткани. Ну и тоже они, конечно, не кожаные. Вот, видите, вот эти значки означают, ромбик – это не кожа. А если такая вот как шкурка животного, то это кожа. Ну, в общем, не кожаная, нет. А вот я нашла такие же, только на каблуке, видите? Они уже стоят $100. Тоже вот такая вот каблучок такой квадратный, интересный. И вот точно такой же верх. Есть они в бежевом цвете, и есть они вот в таком вот разноцветном. Каблук, кстати, удобный. Каблук, кстати, удобный.
Я бы девочке что-нибудь померила, но все... У меня 5 размер, а обувь вся начиная с 6. Я даже ничего померить не могу. Вот обидно, да? Короче, так, переходим дальше. Значит, плетенки. Опять не могу вспомнить. Ботега Венета. Кто первый придумал такую? Такие сумки придумали Ботега, а потом уже все стали и обувь, и все делать. Значит, это бренд называется Винскамута. Стоит оно $150. Такая шлепанца, и это кожа. Видите, наконец-то я поняла, что здесь написано кожа на... Если это кожа, написано кожа на самой вот этой вот этикетке. А мне вот эти нравятся, правда? Вот эти черные и серебряные. Прям красивые. Видите, какая у них подошва. Но это хороший бренд Винскамута. Это очень, очень такой неплохой. А вот есть еще бежевые такие. Кожаные, в общем, такие. Ну, конечно, $150 немножко... Немножко многовато для таких босоножек. Ну, как бы не многовато. У нас такие цены, что тут поделать. Вот еще плетенки, но это другие. Везде плетенки. Тоже Стив Мэдден. Это не кожа, значит, $80. Такие есть. Есть розовенькие. Красивенькие. Кстати, хороший, удобный каблук. Такой квадратный. Единственное, что, конечно, когда это все не кожа, то это все... Эх. Так. Деревянные стуколки. 50... баксов. Вот это вроде бы кожа, да? Смотрите. Хотя не написано, что кожа. Но это же кожа. И это дерево. Так, давайте посмотрим. Так. В общем, отсвечивает и ничего не видно, но, по-моему, написано... Нет, не кожа. Ромбик. Не кожа. $50 они стоят. Даже я не знаю, если это дерево. Похоже на такой пластик. Скорее всего, что это пластик, а не дерево. Но опять же, это из моего детства все, девочки. Я помню такую обувь. Это из ткани, такие вот босоножки. Даже не босоножки, а такие как ботиночки с открытым носом и с открытой пяткой. $70 они стоят. Слушайте, так плохо фокусируется, ужасно. Они сделаны из такой вот ткани. Я тоже, кстати, люблю вот такие вот, вот такую обувь, потому что она очень удобная. Вот ничего не трет, не жмет, не впивается. Опять же, хороший каблук. И вот такие же есть бежевые. А вот есть как Винскамута, те же вот кожаные мы с вами смотрели на высоком каблуке, есть на низеньком каблучке, на удобном низком каблуке. Они тоже стоят $150. Есть такие бежевые и черные. Хорошие босоножки, шлепанцы. Очень мягкие, приятные. Сэм Эдельман. Уже такая компания, $100 они стоят, перепоночки. Смотрите, они кожаные, ну, $100 за такие вот, за два ремешка таких, как-то тоже много. Вот я критикую, все мне не нравится. French Connection, это тоже хорошая такая довольно дорогая компания, $70, это прямо хит сезона, это прямо очень модные босоножки. Тоже, наверное, не кожаная, потому что компания дорогая, за $70 я не думаю, что это будут кожаные босоножки. Мне не нравятся они ужасно, но я знаю, что это страшно модно. Так, снова мы идем. Валентино, $60. Каждый год, из года в год, они продают вот эти туфли за $60, которые уже всем надоели. Классические лодочки Nine West. Nine West очень хорошая компания. Мне очень нравится Nine West. Они тоже, наверное, не кожаные. $80 стоят. Вот есть такие, знаете, под замшу синяя такая лодочка. И бежевая такая лаковая. У них очень удобная обувь, я вам хочу сказать. Поэтому вот такая классическая лодочка. Они, в принципе, вполне неплохие. Это Clarks. Clarks это очень удобная обувь. И... Черные классические на небольшом каблуке. И если вам нужно какая-то вот, вы работаете где-то, где вам нужна обувь, что вам нужна классическая такая строгая обувь на каблуке, лучше вот Clarks, вы ничего не найдете. Тем более, что он стоит $100, и на него есть 30% скидка. Вот очень советую. Так, это ужас. Ужас ужасный. Как не можно находиться за $80, вы можете купить кусочек пластика, кусочек клеенки. Тут дырочки есть, видите, смотрите, видите, дырочки есть, чтобы воздух
входила и выходила. Вообще, конечно, это пупец. Джессика Симпсон, красавица, певица, комсомолка, спортсменка, отличница и прекрасный дизайнер обуви, делает вот такие вот блестки. Что-то Новый год прошел, а они все еще это самое продают. Chinese Laundry, это тоже хорошая, ну, относительно неплохой бренд. $70 относительно недорого. Почему у меня так не фокусируется на цене? Ужасно. Ну вот видите, они есть черные. Тоже не кожа. Видите, не кожа. Но интересно сделан вот здесь вот такой вот вырез. И вот очень красивого цвета фукси. Тоже вот с таким вот. И очень красиво будет выглядеть на ноге. Есть такие же бежевые. Так, Винс Камута $120. Тоже хорошая, интересная туфля. Черная. Здесь замша. Я не уверена, что это кожа. Потому что не написано. Но за $120, не знаю. В общем, здесь как будто замша, здесь как будто кожа. И очень интересно каблук. Видите, какой красивый. Интересно. Классическая черная лодочка. С красной. Не подошвой, а красной внутри. Короче, и вот. Девочки, смотрите, какая красотища. Стразы. Я, сорока, понеслась сразу рассматривать эту туфлю. Сколько стоят такие стразы? 99, $100. Дженнифер Лопес. Мисс Лопес, конечно, это характерно для нее. Такая обувочка. Ну, вы знаете, по случаю, если надо там всех убить своими блестками, то вполне себе интересная. Там еще с другой стороны есть Дженнифер Лопес. Там тоже такие, знаете, жесткие туфли. Это Guess. Сколько они стоят? 90. Между прочим, я вам хочу сказать, мне они, ну вот, я не знаю, как каблук. Опять же, моего размера нет, а померить не могу. Видите, значок Guess. Когда-то обувь Guess была ужасно неудобна. У меня было несколько туфель, я их вообще не могла носить. На вид тоже такая колодка, знаете, прям такая жесть. Испанский сапожок для пыток. Но очень красивый цвет такой пыльной розы и вот такой вот темно-синего. Очень красивый цвет. Они тоже не кожаные, наверное, да. Но обувь Guess очень неудобная. Дальше еще больше блесток. Это тоже Джессика Симпсон, $100. Красота невероятная. О, вот быстро сообразили, что Валентино стал делать вот такие большие шипы. И вот эта компания, которая все время делает всю обувь под Валентино, тоже стала делать вот такие вот большие шипы. Молодцы, быстро сориентируемся. Вот, кстати, очень симпатичные босоножки. Это бренд называется Kenneth Cole, Нью-Йорк. Это тоже такая американская компания. Смотрите, очень красивого цвета. Стоят они $100. И кожа за $100, кожаные. Но нет вообще ни одного почти размера, осталось буквально две коробки. Потому что они действительно очень симпатичные, очень хорошо выглядят. Удобный, не очень высокий каблук. Здесь такая металлическая какая-то еще вставочка. Симпатичные очень босоножки. Кожаные за $100. Это вообще по нашим деньгам не очень дорого, поэтому, видите, их разобрали. Вот такие миленькие на маленьком каблучке. Смотрите, какие хорошенькие. Это тоже бренд Cole Haan, американский бренд. $130 они стоят. Не пойму, кожа или нет, ничего не написано. А, вот да, написано, вот на бежевых написано, что это кожа. Ну да, за $130. Смотрите, какие симпатичные, правда? Вот эти вот, такая босоножечка с таким бантиком, с металлической отделкой. И бежевые есть, и черные. Классические, такие для удобных. Удобные носки, маленький каблук, такие очень, ну такие, бабушкинские немножко. Michael Kors, $150. Бежевый и черный туфель. Что у них интересного? Вот такая вот штука на пятке. Чтобы никто не сомневался, что вы в брендах. И вот такой вот формы они, вырезанные сбоку. Ну ничего, такие симпатичные. Классические тоже, $150, многовато, конечно. Так, классические лодочки. Идем. Ничего интересного. Опять цепи.
Франко Сарто, хорошая компания, кожаные за $100, тоже не очень дорогие, очень мягкие, очень удобный и очень симпатичный каблук. Посмотрите, какой красивый каблук, интересный. Ой, падает. Металлический каблучок, очень симпатичная такая босоножечка. Эти под змею с обычным каблуком. Ну, тоже за $100 ничего. А вот эти прямо очень симпатичные, правда, такие интересно сделанные. Но так они ужасно сделаны. Слушайте, Франко Сарто — это дорогой, хороший бренд. Видите, кожаный. Ну, посмотрите, какая-то здесь, какая-то фу. Прям клей какой-то отслаивается. Да ну. Вот эти вроде получше. Так, лучше близко не смотреть на ту обувь, которую у нас продают, девочки. Потому что хочется сказать, за что такие деньги, за что. А вот я вам хотела вот эти вот показать. Это тоже Дженнифер Лопес. Тыдыш, 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 $100. Вечная классика. Очень красиво. Туфли стриптизерши, ну правда. Ну, это такой стиль. Дженнифер Лопес, вот видите, вот она на коробочке. Красивая такая нарисована. Я вам хочу сказать, что вы думаете, что? А вот, между прочим, нет. Осталось две коробки. Разобрали. Вот так вот в Канаде пользуется спросом такая обувь. Чтобы вы не думали. Что тут у нас такое привлекло мое внимание? О, Бетти Джонсон. Это еще одна компания, тоже американская. Дама Бетти Джонсон. Очень такая фриковатая тетенька. Не молодая уже. В общем-то, их, по-моему, когда-то купил... Ее компанию купил Стив Мэдден, по-моему, и... Но, тем не менее, осталось это название. Вот у нее все такое вот. Совершенно сумасшедшие розовые цвета, совершенно сумасшедшие какие-то блестки, стразы. Не пойму я даже. Ну, наверное, это не кожа. А, еще и подошва голубая, прикольно, да? И вот это вот еще ужаснее. Посмотрите, как тут все прям клей какой-то просвечивается. Здесь-то не видно, здесь-то он тоже, наверное, есть. Вот тут. Но здесь не видно, а здесь прозрачно. И вот это вот... Ой, фу, блин, кошмар. И да, вот много их, конечно, никто их не покупает. Ужасно, ужасно. Ну и теперь вот я вам покажу Ted Baker. Дорогая обувь, $215. Хороший, кстати, удобный, классический. Каблук хороший, такой немножко носик кожаный. И вот тут вот мы идем, попадаем в царство блесток и стразов. Опять же, это все было к Крисмасу повыставляли, а сейчас я не знаю, уж в принципе все это должно быть на сейле. Вы видите, как там все блестит и переливается. Азалия Ванг. Не знаю, что это за компания. Наверное, наша какая-то канадская. Азалия. Ну, вы знаете, что не кожаные они. $80. Так по приколу, конечно, но вот все вот это вот блестки шикарные. Это все крисмасная тема, новогодние. Они должны были бы уже сейчас все уйти на распродажу. Но нет, они все продолжают за полную цену. В общем, девочки, короче, если вам нужна вот такая обувь вырви глаз, вот такая вот, знаете, вся со стразами, приезжайте к нам в Канаду. У нас, видите, как ее много всякой, и с жемчужинами, и с бриллиантами. И с чем хочешь, на высоком каблуке, на низком каблуке, на среднем каблуке, на толстом, на тонком. Какие хочешь, просто зашибись. Продолжается все вот это вот. Ну и здесь просто такие яркие, тоже Джессика Симпсон. Вот эти цвета сейчас очень в тренде. Если надеть такие туфли и вот пиджак из Зары, который я вам снимала, какие там есть розовые, желтые, вот такие вот флуоресцентно-неоновые цвета, вот с такой туфлей будет прям вообще очень-очень красиво. Очень вышедший из моды Гес. Слушайте, Гес вообще как-то очень старомодный. Ну вот помните, вот это было модно, вот такая скрытая платформа. Вот такой высоченный каблук, вот такой вот открытый здесь носик, здесь вот такой вот, это прям все стилисты прокляли уже, это прокляли. Может, это снова вернулось в моду, я не знаю. $80, такие впечатления, что их достали. Вот у меня были такие босоножки, тоже гесовские, туфли
вернее, по-моему, у них была закрытая пятка, вот такой открытый нос и вот такая вот, знаете, скрытая вот эта платформа, лет 8-10 назад я их покупала, вот они были такими, даже больше, наверное, но уже тогда они были в моде, но уже лет 8 они точно не в моде, я не знаю, что происходит. Ну, вот эти, видите, вот они сели на этого конька, сейчас они сделали большие шипы, такие же, вот как Валентина, шипы большие. Супер, класс, молодцы. Заглянула еще в распродажу, но здесь вообще, как всегда, полупустые полки, в общем, ничего особо интересного. Если найду что-то интересное, покажу, а нет, не буду. Все, девочки, будем прощаться с вами. Показала вам все, что нашла. Большой магазин, смотреть не на что особенно, но вы поняли, какие тренды у нас в Канаде в моде. Блестки, стразы, в общем, все такое. Все, до следующих встреч. Увидимся совсем скоро. Пока-пока. Всем привет из Канады.